Кошмары. Год 2020-21. Страна Канада, да это же ужастики. С малолетней девчонкой, хотя 18 лет уже взрослая. Режиссер Энтони Скотт Бёрнс. Посредственный режиссер. Картины у него, конечно, маловато в портфолио, но... Пока сборы в США 31, естественно, фильм покажут по нашим российским кинотеатрам. Буду собирать кассу. Возможно. На подростках отыграется. На школьниках отыграется. Джулия Сара Стоун, честно говоря, это феминистическая политика. Она уже вот здесь, вот здесь. Но опять девчонку подстригли под пацаненкой. Опять вот эти наклонности лесбийские присутствуют, ребят. Это уже минус. Лэндон Ли Бурон, Карли Риски, Кристофер Хизингтон, Тендра Роджерс, а дальше почему-то ребята не захотели переводить имена. Очень странно. В общем, здесь за все отвечает Энтони Скотт. И за сценарий, и за продюсера, и за оператора, и композитора. В общем, чуть ли и бабки собирает. 18-летняя Сара убежала из дома и теперь ночует под открытым небом на детской площадке. Что в голове у нее? Из дома убежал под открытым небом. Каждую ночь ей снятся странные пугающие образы. Поэтому, когда девушка видит объявление института изучения сна о наборе добровольцев... она хватается за эту возможность. Тела испытуемых облепляют датчиками, и после первой ночи Сара чувствует себя отдохнувшей. Но когда исследователи показывают ей смутно узнаваемые черно-белые снимки, у девушки начинается приступ. Я бы добавил эпилепсии. Честно, такое себе, вы поняли, да? Минусы, 4 балла. Сюжет, в принципе, можно развивать, можно его даже намного лучше сделать, но режиссер опять наступает на свои же грабли, как и в предыдущих работах. Совершенно с другим жанром, но все равно он вот на грабли наступает. Энтони, Скотт. Вот Скотт, твое имя говорит. Не будь ты скотом. Перепиши сюжет. Попробуй что-то еще интересней. На один раз. Кинцо на один раз. Чисто подростковое такое вот. А-ля ужастики. Хотя тут ничего страшненького нет. Ничего. Кошмары год 2020-21. Естественно... Лайки, дизлайки, подписки, мы это любим, да? И welcome back!